2 статьи 105 пунктом 2 части 4 статьи 132 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 Уголовного кодекса Российской Федерации. О назначительном наказании по пунктам В, Д, Ж, К, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 19 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. По пункту Б, части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации по преступлению, совершенному в период с 10 по 11 июня 2015 года в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на срок 1 год. По пункту Б, части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации по преступлению, совершенному примерно 23 июня 2015 года в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на срок 1 год. По пункту Б, части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации по преступлению, совершенному примерно 29 июня 2015 года в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на срок 1 год. По пункту Б, части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации по преступлению, совершенному на период 11 по 12 августа 2015 года в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на срок 1 год. По пункту 2 части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации по преступлению, совершенному 22 августа 2015 года в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на срок 1 год. По пункту Б, части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации по преступлению, совершенному 23 августа 2015 года в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на срок 1 год. На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить пункты наказания в виде лишения свободы на срок 24 года с отбыванием исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года. В соответствии с частью 1 статьи 53 Уголовного кодекса Российской Федерации установить Пушкину следующее ограничение: выезжать за пределы муниципального образования, на территории которого осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы, не изменять место жительства или пребывания без согласия уполномоченной инспекции, возложить обязанность 2 раза в месяц являться в уголовном спортивном средстве для регистрации. Основание пункта 2 части 1 статьи 97, пункта части 1, части 2 статьи 99, статьи 100 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить Пушкину Антону Валерьевичу принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения лечения врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания лишения свободы. Пушкину Елену Юрьевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренным пунктами В, Д, Ж, части 2, статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. В соответствии с частью 1 статьи 53 Уголовного кодекса Российской Федерации установить Пушкину следующее ограничение: не выезжать за пределы муниципального образования, на территории которого осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы